Хейо, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Dicey Dungeons. Что ж, параллельная вселенная. Должно быть легче, чем в предыдущей, но... Поехали. Врагов на 10% и все статусы работают в пользу меня, а не иначе. Они реально работают лучше. Что ж, давайте опять немного помолчим в память о шуте. И не будем обращать внимания на то, как они довольны собой. Я ведь шут. Довольство собой моя работа. Я ожидала, что ты лучше других осознаешь, насколько вероятен твой провал. И насколько невероятно то, что ты со своими новыми приятелями пересилишь судьбу, удачу и энтропию. Но не попробуешь, не узнаешь, верно? А если не получится, и теперь... Позже попробуем еще раз. И еще раз, и еще раз. Пока не добьемся своего. Да, думаю, так же рассуждают о лотереях. Казалось бы, после стольких лет тебе уже все должно быть ясно. Но, похоже, других вариантов у тебя нет. Стало быть, вперед. Мразь. Маг. Первый маг. О, все оснащение вообще другое. Нанести 3 урона. Вжух, 3 сразу наберет ярость. Минимум 3. Нанести 1 урона, плюс 1 за каждый бац на этом ходе. Ого, и там их вон еще 2 будет. И сюда любой кубик подходит. Да уж лучше этими было вдарить. Я же все равно нормально не вдарю. Бей давай, скотина! 5 урона. И до свидания. Забираем! Восполнить здоровье и получить новый кубик. Автомат со жвачкой. Ну, неплохо. Волк. Максимум 3. Не получится. 2 здоровья. Если выше, то будет это. Будет щит. Но щит пока нам тоже не очень нужен. Нам нужно больше кубиков. Ах ты ж козлина. На. На, говорю. Блин. До свидания. Уменьшить все отчеты. Отчеты невезухи. Максимум 4. Через столько хода нанести 3x урона. Да ну, а ты даешь уменьшить, я понял. Тут шестерку впаял и потихонечку уменьшаешь. Но это такой себе шлепалка. Тройку, тут максимум 4. 3-4 закинул. Ну, блин, это на длительный бой, мне это нафиг не нужно. Потерять 3 здоровья, получить 3 щита, вернуть кубик. Это типа нормально. Давай. Типа это нормально. Типа это выкидывать надо все. Все эти щиты, здоровье и так далее. Иди сюда, осьминожка. О, он взял, сразу пришел. Дубль, блин, ему надо. Одинаковые карты можно использовать бесплатно. Вон оба-на будет. Хильца мне не надо. Единственное, что новый кубик даст. На. Кислая конфета и бац. Получила! Передовая.
это вот на щиты. Какое же дерьмо, а? Какое же дерьмо. Передовые эти убирать надо. Вместе с ударом щитом. Там вон одни бацы идут. Да ну... А, он щит дает, он возвращает кубик хотя бы. Может, что-то еще с ним можно будет сделать. Блин, ну обязательно было давать ему ходить. Шесть урон. Но это все в щит. Сейчас можно чуть подхилиться. Вот. Ты здоровье потеряй. Блин, бредово. Приберечь на следующий ход. Мне надо здесь и сейчас. Минус один к значению кубика. Если один, то вместо этого вернуть две единички. Это хороший. Но минус. Нужны плюсы, а не минусы. Улучшать. Сейчас глянем, что там. Если тебя, то просто чоп. Ну и стащить свой щит. Да его вообще убрать надо. Тебя. Любой кубик. Терять 6 здоровья, получить 6 щита, вернуть кубик. Тихонечку все убивать. А, щит тут лечит, кстати. Он дает не щит, а хилит. То есть, по сути, это выкинуть. По сути, это просто, блин, скинуть этого. Скинуть кубик. Передавая. Он сейчас заберет, потом отдаст. Но иногда может плохо сыграть. Тут уже в зависимости от кубика. Это тоже бред. Плюс 2 за каждый бац на этом ходе. Вот это неплохо. А здесь что поменяется? Минус один. Если один, то вместо этого вернуть два кубика. А. Не две единички, а просто два кубика. Пацы улучшаем. Они нормальные. Но они все на одном ходе должны быть. Пока я ничего не буду улучшать. Какой-то бред там. А ты что говоришь? А если тебя улучшить? Еще и тебя потом выкидывать, да? Мне от щитов так избавляться. Тут можно сейчас жукнуть. Этих 3, говорят, надо накопить, но не получится. Просто бьем. Так. Все разные идут, да? А, давай. Оба-на, последняя осталась. Можно ее выкидывать. Эту тоже желательно выкидывать. Он новый кубик даст. Таран.
Какой же у меня говнище, а? От трех уже надо избавляться, все, которые взял. Вон они, бацы. Далеко слишком. Леденец. Ты, походу, мы тут ничего особо не сделаем. Передавая. Бей давай. Мне, блин, эти щиты поубирать. Но он, если я его сейчас убью, он мне ничего не восстановит. Оно туда засчиталось. Оба, она там придет. Блин, таран гребаный мне мешает. Его надо в первую очередь убрать. А, тут же по-другому мажок работает. Я уже забыл сам. Все. Я уж сам забыл. И щиты мне не восстановили нифига. Здоровье. Разделить кубик на равные части. Чет. Если не будет чета, будет мешаться. Но я только взять могу. Убрать не могу. Давай и удаляем. Получить щит в начале своего следующего хода. Не надо. Вот это срочно убрать. Второй щит туда же. Вот говна понабрал, а? Думал что-то улучшить, а что улучшить? А если тебя улучшить, то ты, может быть, то любая карта будет, да? И будешь как бы хилить. Но у меня на тебя денег не будет. Все, забираем, улучшаем эту. Пац плюс. Такая бредятина у меня собирается. Не знаю, как я сейчас дальше буду. Передавая там идет. Так, вылечиться, получить новый кубик. Убираем говно сразу это. Минус один к значению. Один бац, второй бац. Бац плюс где-то в жопе. Давай новый кубик. Разделить на равные части. Две тройки получится. Да это надо всеми бить. Но не все не улучшенные. Лучше обана может дарить. Давай-ка лучше обана поделаем. И бац плюс пришел. Самый последний был. Оба раза дарит. Ну теперь мне вжух. Кислая конфета там идет. Бац, оба-на. Так, ну выкидываем пока тебя. Лечение. О, сейчас можно ярость сделать, да? Получилась ярость. Следующий, вот этот, нанесет... Убьет нахер. Все, тут больше нечего. Забирайте дальше. Ужас. Ужас! Нужно больше магазинов, больше денег. Передовую убирать. Кислая конфета вон идет.
Но ее скинуть скорее. Бьем, бьем, бьем. Да чем я тут вообще бить-то буду? Без вжуха ебить-то нечем. Три хп вылечилось. Так. Минус один к значению. Ну давай, тебя... Без разницы, лишь бы убрать ее. Ну как-то вот за счет бацев отыгрывать. Не знаю. 6-5. А, он решил этим. Потому что там ему четверка нужна была. Все, просто убиваем. Окей! Магазин открылся. Уничтожить. Есть. 2 золота. Так, максимум 5. Телефон. Нанести урон. Через 2 хода нанести столько же. Что, плохая, что ли? Через 2 хода. Ну, в начале 5 урона все равно можно нанести. Или через 2 хода мне нанести урон. Вернуть 2 кубика со значением разницы между кубиками. Плохо будет, когда она... Да не нужна вообще. Вот мне важно что. Тебя убирать. Ключник теперь. Есть вжух. Оба она идет. 2 кислых конфеты. Ну сейчас вжухнем. Ну тут можно единичку сейчас. Держи-ка. Третий бац достаем. Блин, плюсик всегда последний. Да и все. Я все потратил. Он такой долгий, этот ключник. Бесит. Теперь убить. Только уже без жуха. О, зато бац плюс вначале есть. То есть мы можем сделать так. Теперь так. 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 Там оба-на, не убьет никак. Давай, бей, козел. Теперь 8 урона. Это будет вжух. Его мы оставим на следующий бой. Не будет вжуха. Ладно. 4 здоровья потратить. Одну тогда. Ну тебя вас нахер. Смешно тебе, да? Смеешься ты, да? Атака воина. Добавить 3 к урону бац. О-хо-хо-хоу! Сыграем-ка через бац. Это офигеть. Ну, еще один этот леденец. Так давай, он не мешает. Единички туда, если что, можно закинуть. Вот он сейчас будет. А на бац там любой нужен. Слабость к огню. Понятно. Вжуха нету. Так. Лечение не особо было нужно. Вон он, воин. Мне надо, чтобы он пришел сначала, а потом только бацать. Ага. Другое дело. Там вон еще один бац идет. Который плюс.
Получилось вот так и вот так. 6. Нифига у тебя кубиков. И ничего-то есть. У меня 2 единички будет. Но мне пофиг, что у меня. Не, не пофиг, потому что вот этот бы желательно. Так. Как-то от него избавь. Опа. Это значит будет ярость. На равные части, блин. Леденец. А, леденец. Он мне сейчас... Он мне 2 единички даст. Ой. Вот это я ярость истратил, конечно. А я и тебя убил уже. Ты еще сам этого не понимаешь, но ты уже все. На. А можно было еще 2 единички, еще потом подлечиться, да? Тут все? 2 монеты есть. Ну разве что телефон. Но он мне мешаться будет. Нахера ты мне нужен? О, супер волшебник. Вжуха нету. Улучшение еще. Набор карт вон какой-то. 5-5-1. Атака воина. Бац, плюс нету. Одиничку оставляем, там леденец идет. Он нам даст 2. Можно и сюда. А вот и бац плюс. Подкрался. Так. Так. И так. Вот сейчас у меня крутая колода, когда я от мусора избавился. А мне интересно, вот эти колоды, их можно было не брать? Благо ему 2 одинаковых пришли. Так, леденец есть. Хорошо. Чёт на равные части, давай. Так, ну тут можно и бацами бить. Я тупо бацами вдарю. Поэтому ну тебя нафиг. Вот это мы пока сбросим. Не, давай вот этот мы используем. И все 3 обана скинем. Там вон бац плюс идет. Вот так. Вон воин. Я его ждал. Сюда 2 единички. Да, слишком много у меня кубиков даже получилось. Ну ты умер, дядь. Терять 2 здоровья, затем восполнить 1. Зачем? Просто наносишь урон себе и ничего не дает. Вот-то этот автомат со жвачкой еще один. Получить новый кубик. Перебросить все неиспользованные кубики и вернуть этот кубик. Кулаком по столу. Можно. А, так а зачем? Оно мне ничего не нужно, разве что автомат со жвачкой здесь. Я бы лучше еще бы поудалял карты. Мне нужен еще бац. А тебя нельзя. Или можно? Нельзя, конечно. Еще один бац. А здесь что? А, ну... Снеговик Аврора. Так, мне пришел бац обычный. Вон бац плюс и воин. Тогда от тебя надо избавляться. Но шестерку лучше оставить, а вот тебя выкинуть. Вот для этого шестерку. А, ее если бы улучшить, она бы на 3 части делила. Если 6, то на 3. И было бы неплохо. 2 улучшенных баца. Бжуха нет, поэтому просто мы их все используем и все. И минус у нее пол хп. Леденцов не пришло.
дальше вон все они. Две она использует. Ожог. Два ожога, ничего страшного. Ну, хотя страшно, это ж я могу все бацы. Блин, ну вот она чуть-чуть меня не добила, мразота. Оба-на не использую. Ничего страшного. И он на следующий ход будет недоступен. Все использует. И еще следующий ход. А тут морозы. Морозы мне не страшны. Вжух есть, хорошо. До третьего там долго. Пошел. Блин, вот ты мне мешать будешь. Как мне тебя теперь убрать? Оу, больно, наверное. И эту, вот можно убрать теперь тебя. А тебя нет. Кислая конфета недоступна. Прям вот так мешаться будет. Ну я тебя убил. Эй, здоровье восстановить надо было. Ну чё ты торопишься? Ее можно не брать? Можно не брать. Увеличить щит на 50%. Опять передовая, еще одна передовая. Да нахер. Если бы я тогда не брал, я бы сейчас просто убрал бы все обанашки. Ну хотя, ладно, обанашки тоже нужны. Даже чем тогда бы я бил? Вот можно скопировать воина. Ты готов умереть, подлец? Мне плевать на твои единички. Четыре. Там еще воин идет. Этим можно вдарить, чтобы выкинуть все обана. Ну, это уже другое дело. И кислые конфеты выкинуть. А, это чёт. Это немножко не то. Две нечетных есть, два мороза. Ну, мне не страшен мороз вообще. Один. Так, это у нас бац плюс. Кислые конфетки надо бы скинуть. А единичку пока оставим. Ну, там вроде как далеко еще до этого. Вот сейчас сбросить. О, ты все, я убил его. И левел. За одну золотую одолжить мощный предмет. У тебя 5. Наверное, не надо. Разряд. Добавить плюс 1 всем кубикам меньше шестерки. Мне это тоже не надо. Берем уничтожение карты. И что, убираем эту? Обанашку убираем. Все остальное вроде как даже пригодится. Либо кислую конфету. Вот подраздел иногда бесит, а иногда полезный. Давай, обанашка, прощай. Так, все, да, тут нельзя больше убирать. Да. Не надо ничего. Кристаллина и Крякен. Начинаем с Крякена, чтобы яблочком проход открыть.
Он сейчас слепоту свою будет фигачить. Разделить кубик на 2. Бац, бац, бац. 2 бац плюса. Эй! Так, ну воина я открою сейчас. Нормально. Блин, у него четных-то фигища. Слегка покоцает. А, она у него два раза только? Тогда вообще пофиг. Две подряд. Ой, одни бацы идут. Бац плюс. Подраздел. Не помню, что это. Бац плюс. Разделить кубик на равные части. Ну куда еще больше? Я его уже убил. Тухлого яблочка нет. Да я, блин, их всех поубиваю сейчас на изи. Пойдем скопируем еще одного воина. Ну, у бана 2 останется. Ну, не получилось убрать, ну и че. Не все же мне убирать. Так, мне бы, наверное, ее сейчас выкинуть. Конфеты я и так сейчас могу скинуть, да, вот так. Ай, нету единички. Ну и все. Какая разница? Ходы, подлец. Да, конечно, он сейчас шестерки две сделает себе. Три раза заход. Есть вжухалка. Нужна ли? Ну, почему нет? Минус один к значению кубика. Так, новый кубик получить. Давай. Дай единичку. Подлец. Пока оставим этот леденец. А, вот теперь можно сделать, да, вот так и так. Хотя бы и так. Умер, что ли? Ну ладно, умер так умер. Копия. Три воина. Но это уже прям вообще слишком. Крыс сейчас просто офигеет после кристаллины. О, сразу скидываем. Новый кубик восстановить одно здоровье, как раз его и не хватает. Двойку на двойку поменял. Да какой сбросить? Мне воин надо. Нету единички. А там следом еще один леденец идет. Вот теперь. Дотянул. Бац плюс. 10 плюс 2. 12 плюс 1. Ай. Ну, вот как я говорил, подраздел он немножко мне мешает. Ну не всегда он будет мешать. Я почти убил тебя уже. Две откроет. Ну, сейчас, да, мороз, ничего страшного. А эту просто откроет. Слабость.
О. Так, один, второй бац. Там леденцы идут, единичку оставляем. Да ему хана, все. Уже, в принципе, хана, на. Даже лечиться не буду. Я сейчас на изи вообще босса убью. С такой колодой. А если ты мне, падла, не дашь сейчас единичку? Четверку дал. Че, придется леденец убрать пока. Двоечка, плохо. Бац плюс и бац плюс. Еще два баца идет. Там два воина. Но два плюса уже было. Это последние бацы, поэтому нет никакого смысла. Давай-ка. Пусть лучше тут воины будут. В начале следующего хода. Давай, Сэй, закидывай с яды. Подлец. Он сейчас все шесть сделает. Когда-то я считал его очень сильным, а на самом деле он очень слабый. Тем более вот в этом ивенте тут яд не наносит урон. Кач! Вообще по барабану. Все. Конфета, хреново, не нужна нам конфета. Ну, ты умрешь сейчас. Ты уже мертв. Да нафиг ты мне нужен? Нельзя его не брать. И выкинуть некуда. Шут против скотах. Скотах это вообще один кубик. У меня тоже всего три кубика осталось. На последнем уровне три. Иди в задницу со своей болтовней. Чё-то нету. Леденец вон будет. Ну чё-то у меня и не будет, походу. Так, бац, уходи один. Ладно, сейчас посмотрим. Получить новый кубик. 5. Минус 1 к значению. И разделить на 2. И разделить на 2. Вот и единички. И воин, и воин, и оба-на. Конфеты сбросим. И... А, зачем? Мне больше нечем бить-то. Больше половины здоровья. И без вжухов всяких. Ой, ну вдарило. Блок двум, это плохо. Вот это для меня очень плохо. Это мне практически бить нечем. Да одним бацом вдарить и все. Тогда смысл мне минус делать. А, понятно. Они здесь по-другому работают, я про это забыл. Леденечек. Еще один. Автомат с жвачкой. Тройку можно ставить, чтобы оба-на выкинуть. 6. 6 это для подраздела. Ну да. Бац плюс. Воин. Ну и как раз до свидания.
Конечно, теоретически возможно, что колесо остановится на призе, и ты покинешь подземелье. Давай проверим. Уже предвкушаю, каким будет твое лицо, когда проиграешь. Угу. Таким же, как и всегда, мое лицо будет. О, да, как приятны твои попытки скрыть отчаяние. Последний остается. Пройти все 6 эпизодов параллельной вселенной, и тут мы открыли причину входа. За вечность своего бытия рано или поздно пройдешь все пути. Понятно, дебил. Ну и чё ж, последний у нас остается, мы ее пройдем, ребята, в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.